Виктор Каленов, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России и академик Российской академии художеств, в этом году отмечает 70-летие. В списке городов, где в честь юбилея мастера организованы выставки его работ, особое место занимает Дмитров. Именно здесь живет и творит Виктор Константинович. В наших краях он создал не только ряд живописных произведений, но и монументальные композиции. С некоторыми из них можно познакомиться в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке. Там сейчас проходит персональная выставка художника, который, по собственному признанию, берет вдохновение в самой жизни. У меня, если честно говоря, не так много работ. И если уж как-то работа, все-таки она индивидуальна в том плане, что хотелось вот именно вот сделать эту работу вот под определенное настроение. Напротив, картина с историей интересной. Нашел маленькую фотографию, где у меня жена с маленьким сыном. И вот мне захотелось с этой маленькой черно-белой фотографией сделать портрет. Вот как бы вот такая вот тоже история есть. Была вот история, вдруг неожиданно, вот картина там тоже, портрет жены с догом. Был у меня дог мраморный в свое время тоже. Звали его Ромео Либерти Эсперанто, знаете, какое красивое имя. Вот, и вдруг тоже так же фотографии старые тоже, и дог захотелось тоже вот как-то сделать. Но обычно вот такие идеи, они появляются вот в каких-то вот таких моментах. На торжественное открытие выставки приехало немало мастеров, с которыми Виктора Константиновича связывает не только работа в различных организациях, но и многолетняя дружба. Коллега по Российской академии художеств Андрей Архипов поздравил виновника торжества и отметил уникальность его стиля. Его работы, конечно, весь диапазон достаточно широкий. Если вернуться в историю искусства, то русское искусство вышло где-то из глубин далекой Византии. Вот одна из моих любимых работ, это вот Николай Вольник, как раз нас вот относит в те древние времена. Если посмотреть дальше, здесь есть влияние и русского классического реалистического искусства, и в то же время есть влияние современного модернизма. Там достаточно такой легкий, свободный мазок уже прослеживается. То есть, о чем я хочу сказать, что Виктор Константинович достаточно современный и востребованный художник. Мастерство Виктора Константиновича вдохновляет других живописцев на дальнейшее развитие, о чем рассказал еще один почетный гость – Борис Чупров, заслуженный художник Российской Федерации и давний друг юбиляра. Я с Виктором вообще работаю очень давно, более 40 лет. Мы равняемся друг на друга, в общем, как-то учимся, можно сказать. Хоть мы и заслуженные, там, перезаслуженные, но все равно мы учимся друг у друга. Вот. Всю жизнь учимся друг у друга. Мне эти работы очень знакомы все. Очень позитивные работы всегда у него, какие-то смелые. Вот. Поэтому я могу сказать, если коротко, самые хорошие впечатления. Самые хорошие, теплые. И все работы у него какие-то такие очень эмоциональные. Выставка ни одного посетителя не оставила равнодушным. Очень понравилась выставка, светлая. Картины просто, вот знаете, душевные, замечательные картины. И теплом веет от всех картин Виктора Константиновича, веет теплом. Ну, особенно меня впечатлила вот эта вот картина «Мир свечей. Святой Николай». Она вот произвела большое очень впечатление. Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека приглашает жителей и гостей города насладиться работами мастера. Выставка продлится до 1 декабря.